Аплодисментами встретили депутаты ирландского парламента президента Украины Владимира Зеленского, который присоединился к ним в режиме онлайн и рассказал о трагедии города Бучи. Киев обвиняет российскую армию в совершенных в Буче военных преступлениях, в том числе в жестокой расправе с мирными жителями. Тщательного расследования произошедшего требуют не только открытые оппоненты России, но также Индия и Китай, что еще больше изолирует Москву на международной арене. Российские оккупанты убивали людей на дороге, когда они пытались вырваться из блокированного города. Российские солдаты даже не пытались вынести эти тела с улиц, пока Буча и Ирпень были оккупированы. Тела погибших вот так и лежали прямо на улицах, на обочинах дорог, сказал Зеленский. Он поблагодарил нейтральную Ирландию за поддержку украинского народа и попросил ее ходатайствовать об ужесточении западных санкций против России. Некоторые лидеры, политические лидеры, бизнес-лидеры до сих пор считают, что война и военные преступления – это не столь ужасно, как финансовые потери. Я уверен, что ваши лидеры могут поступить иначе и изменить такое положение вещей. Президент Украины также обвинил Россию в использовании голода в качестве оружия войны. По его словам, российские военные во время осады городов не позволяли доставлять туда припасы и преднамеренно бомбили продовольственные склады.